Трогательные свои нечеткости и чарующие свои недосказанности. Графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь художницы Юлии Кузнецовой стали для нее новым, но полюбившимся опытом. Вдохновение послужили уютные улочки старой Самары со своей повседневной суетой. Такие моменты, которые зачастую бытовые, такие повседневные сюжеты, но которые случайно увидишь в них какую-то красоту и хочется показать ее зрителю, обратить на это внимание. На выставке «Игра солнца и теней» представлены как яркие солнечные картины, написанные маслом, так и те, что для автора не свойственная. Мрачная графика пасмурных дней по-другому раскрывает талант художника. Сияющие такие солнечные блики в ее натюрмортах всегда вот ее отличали. Красочность такая. И вдруг немножко такая сумрачная графика зимнего периода, но по-прежнему импрессионизм, он присутствует вот в этих быстрых мазках кисти, в свободных, раскованных, эмоциональных. На завораживающую игру «Солнце и теней» можно посмотреть в Доме журналиста. Выставка будет открыта до конца мая. Дарья Булавина, Марина Матвейшина, Дмитрий Мешканцов. События.